Начинаем нашу воскресную передачу с добрым утром. 10-13-3. Платформа 13-3. 13-12. А такая передача звучит для тех, кто проживает по соседству с железнодорожными сортировочными станциями. И звучит она не только по воскресеньям, и не только по утрам. Платформа 12-2. Эти разговоры, которые постоянно передаются по громкоговорящей связи, они, ну, просто страшно создают такие сильные помехи, что практически невозможно в течение всего дня находиться, ну, как-то отдохнуть. Дома, да. Если крики дома маленькие назов, дети... Главное, крики диспетчер. Эти звуки постоянно мешают нам спать. Да, нервов совершенно никаких нет. Громкоговорители... Это нет, просто невозможно. Нет. Никакого выходного. Да. Вот я второй месяц на больничном листе. Там, где у меня спальня, там находиться нельзя. Мы уже переехали в другую комнату. А летом еще... Легко понять возмущение людей. Служебные переговоры должны касаться только тех, кого они касаются. Как это сделано, например, в милиции. В ВНИИ железнодорожного транспорта пытались помочь людям. В рамках разработки комплексной системы «Транспорт» был разработан носимый приемник, который позволяет исключить влияние громкоговорящего оповещения на жилые районы города. Разработка была проведена в 1982 году, однако своего развития не получила. Может быть, руководители МПС плохо слышат? Может быть, надо громче кричать? Помогите нам! Перестаньте над нами издеваться! Сколько можно терпеть? Нет, просто делают вид, что не слышат. Потому что на эти устройства нужно изыскивать средства, беспокоиться. А наши с вами уши ничего не стоят. Это вам зачем? Как это зачем? Мне еще новый трактор принимать. Как известно, ничего вечного не бывает. Не бывает и вечных автомобильных шин. Что с ними делать, когда они приходят в негодность? Надо сдать их на завод в переработку, скажет искушенный зритель. Правильно. Так и поступали. Например, из Москвы привозили сюда, в город Чехов. Но вот промышленность освоила выпуск покрышек с металлическим кордом. Для прочности внутрь шины вставляется проволока.
Отличные шины, хороши в эксплуатации. Но вот когда износятся, возникает проблема. Куда едешь-то? Так шины привезли. Не принимаем, не положено. С металлокордом не принимаем. Давай назад. Вот так. А между тем выпуск новых шин растет от года к году. И вот уже московские таксомоторные парки забиты изношенными покрышками. Это 7-й парк. А это 20-й. Озабоченный директор 1-го таксопарка. Парк не приспособлен хранить такое большое количество изношенных шин. Пожарники нас атакуют, но грозят штрафом. Но возьмите с меня и всю зарплату. Но все равно проблема будет. И главный инженер Мосавтоэлектранса товарищ Меров потерял сон. Ума не приложу, что делать. Шины с металлокордом по-прежнему в утиль не принимают. Но есть же целый главк, союз главвторресурсы, который обязан решать эту проблему. Обязан. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Изношенные покрышки с металлическим кордом реализуйте по своему усмотрению. Заместитель начальника главка Ларин. Удивительная рекомендация. По своему усмотрению. Что значит по своему усмотрению? Что нам прикажете делать? Как что? Дерзайте, пробуйте, используйте любые возможности. Ну, к примеру, почему бы водителям такси не вручать старые шины своим пассажирам? Так сказать, на память о совместной поездке. Или, быть может, такие шины приспособить вместо детских манежей? А если попробовать на цирковой арене? Да, Тузик тоже не оценил эти новшества. Вот так, товарищ Ларин, не получается по своему усмотрению. И не получится. Дело требует не чьего-либо, а именно вашего усмотрения. А пока его нет, сотни тысяч старых покрышек будут по-прежнему скапливаться в автохозяйствах, валяться на обочинах дорог, захламлять пригородные леса. Какой же ведомственной близорукостью надо обладать, чтобы не замечать этих сигналов бедствия? Резервы по молоку использованы не все. Давайте у себя искать молоко. Правление колхоза. Алло, район беспокоит. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Мы понимаем, у вас теперь самостоятельность. И письменных отчетов мы теперь у вас не требуем. Но по телефону некоторые справочки уж извольте. Да-да, пожалуйста. Например, от вас до сих пор не поступили сведения о кормлении птицы. Что-что? Кур! Я спрашиваю, чем вы кормите? Конкретно. Кур! Спрашиваю, чем мы кормим кур. Что сумеем достать, тем и кормим. Просит конкретно? Ну, скажи пшеном. Ага. Скажешь пшеном, выговор склопочет. Скажи хлебом. Ты что, очумела? Хлебом строгий выговор. И фельетон в газетке. Алло, почему не отвечаете? Чем вы кормите кур? Сейчас, минуточку. Скажи конкретно, мы их ничем не кормим. Как так? Мы им деньгами отдаем. Ага, мы выписываем каждой курице по 3,50 в сутки. Вот, пусть сами решают. Да-да-да-да-да, что хотят, то и едят. Так, хорошо. Записываю. 3,50 в сутки. Да-да-да-да-да-да-да. Да. А теперь скажите, какие суточные у ваших поросят?